Добрый вечер, большая страна, говорит и показывает стадион «Шинник», расположенный в славном городе Ярославль, в столице Золотого кольца. Мы с вами на большом футбольном празднике. Поехали, друзья, с возвращением в большой футбол. Мячок «Шинника» находится здесь. Маклаков, и опасный удар Низамутдинов. Хорошо добивал Эльдар Низамутдинов, и здорово они здесь с Альбеком Гангапшевым почувствовали друг друга. Плохо Волков сейчас справа протаскивает. Хороший, мягчайший заброс, и сразу два футболиста Краснодара в одной точке оказались, и вот Олег Казнобихин тут. Олег, я думаю, сейчас будут снова со скамейки крики. И зацепились краснодарцы здесь за мяч. Контратака может хорошая получиться. Четыре футболиста Быков. И очень долго думает, но забивает. Сумасшедший гол Олег Казнобихин. Ух, как пульнул из-за штрафной. Ух, как это было здорово. 1-0. Думал и придумал. 45-й номер краснодарской команды. Ух, это было круто. Набихин, есть варианты. Халназаров показывает, куда ему дать. И доходит мяч до Халназарова всеми правдами и неправдами. Халназаров! Фу, здорово, как это было. Да, не попал, но хорошо. И чуть-чуть, мне кажется, перетянул Азнабихин. Можно было пораньше играть или на Ндука, или на Халназарова. Что придумает игрок? Белой футболки на весь штрафную площадь. И там! И там борьбой не дотягивается Грузнов. Ух, вот это опять было очень хорошо. Начинает не спешить. Хорошо, здесь справа можно вырезать. Ух, здорово. Ух, подача 2-0. А вот красивая какая атака. И забивает Краснодар. Это Давид Кокоев. Как он прыгнул, как же это было классно. И атака-то какая великолепная. 2-0. Это все. 2-0, друзья. Краснодар 2 одерживает первую победу в этом сезоне сразу же в первом туре, обыгрывая «Шинник». Возвращение ярославской команды, я считаю, получилось неплохим.